Мама! Ай! Ты что ли не Геркалфа? Я к Гюлю Аге пришла. А тебе здесь что нужно? Да я тут просто... Что это я? Когда ты приехать-то успела? Да только что. Я насовсем вернулась. Ункиар Калфой снова настанешь. Гюлю Ага сейчас где? И вот наш герой, знойную пустыню преодолев, пройдя через огонь, приносит дочери жестокого заморского падишаха чудо-птицу, ту самую, что обещал. Одно крыло у нее красное, другое крыло у нее синее, а в глазах у той чудо-птицы слезы кровавые стоят. Говорит она: молю тебя, о Аллах, соедини же этих возлюбленных. А крылья моим дай силу, и умчу я их отсюда. Ай, Нигер Калфа. Здравствуй, Гюлю Ага. Не скучали? Ты далеко, вот и не спится нам. Сказками девушек развлечь пытаюсь. Гюлю Ага, расскажи, что дальше. Чем все кончилось? Все расскажу потом. Ложиться уже пора. Идите. Почему ты здесь в такое время? Все ведь здоровы, иншалла. Здоровы. Но совсем я. Да ты что? Ай, машалла. Опять к нам, значит? Девушки, будет вам угощение, побалую я вас. Ясно? Госпожа. Ты как здесь оказалась? Хатидже Султан приехала? Но совсем в гарем вернулась. Хатидже Султан осталась во дворце. На совсем, значит. Смогла что-нибудь выяснить? Что скрывает Ибрагим? Госпожа, каждую щель там обыскала, но ничего не нашла. Я ведь и не знала, что найти должна. Ты продолжай, будь внимательна. Заметишь хоть что-то, дашь мне знать.